говорю, одна женщина написала на вкладке сообщества, когда мы с мужем ездили на море, я сказала, боже мой, эта Аллочка какая она страшная, бедный лягушатник, там что-то такое. Девчонки, всем привет! У меня 2 минутки, я вот сейчас уезжаю на свое ателье по похудению. Ну что, настроение у меня так себе. Встала рано, но ничего не сделала толкового. Ну, взвешилась я сегодня. Сегодня мой день взвешивания. Девочки, плюс один, плюс 900 граммов. Я вообще не понимаю, хотя вот я мужу рассказывала вчера свои ощущения, вот я очень много начала добавлять овощей, правда, на заморозке, в свои блюда. И я ему говорю, я себя чувствую такой вот всей вздутой, то есть, ну, я долго не ела овощей, мы как-то в отпуске мы их ели, но немного мы ели овощей, конечно. В этом году как-то все я мало чего готовила, ели всякую ерунду по быструхе, потому что вообще и не виделась я с дочерью толком. Поэтому на кухне не высиживали, и я там не выготавливала. Вот. Сегодня встала на весы, либо я в прошлый раз, нет, на весы-то не обманывают, весы-то как раз-таки вес запоминают, я вам показывала, какие у меня весы. Ну, на двух кнопках я взвешиваюсь. На одной кнопке плюс один и один, на второй кнопке плюс 0,9. Ну, значит, вот плюс 1 килограмм. И муж такой сегодня решил, я сегодня уезжаю в город, и он чего-то с какого-то перепуга решил, что он сегодня возьмет своих детей. У детей же каникулы у французских. И что вы думаете? Он поехал в магазин сегодня, чтобы малым там купить чего-нибудь. И я наношу, я вот давайте буду показывать вот эти вот тени. Мюа. Это французские какие-то тени, не знаю, дешевые. И он мне привозит круассаны. Ну, он там 3 круассана купил. Он детям ездил фриты, покупал там эти какие-то палочки, там эти рыбные в сухарях. Я говорю, ты прям день выбрал, когда я уезжаю, чтобы детей привезти. А он после обеда хочет с ними пойти собирать аспиржу. Аспиржа это... Девочки, ну это, короче, это аспиржа. И такой раз, такой кладет. На, моя ха, мама, мочери, мочери, на тебе. И кладет 3 круассана, по-моему, там в мешочке. Я говорю, ну здрасте вам. Я говорю, у меня плюс один сегодня. Он такой, да ты что? А я тогда, он вчера вечером мне говорит, давай выпьем аперитивчик. А что такое аперитивчик? Это же чипсы, орешки. Ну, можно, конечно, там помидорками, сельдереем, морковочкой. Морковочкой это заменить, но еще не совсем лето, как бы. И я ему говорю, нет, давай завтра, говорю, мне утром взвешиваться. Я говорю, я рисковать не буду. Он говорит, да, хорошо, хорошо, давай завтра. Вот ты такая тут молодец, мол, типа, блюдешь себя. Так, это белорусские тени, это тени эти наши. Релюкс, Рулюи. Я не вижу без очков же, конечно. Вот, короче, девочки, представляете, я тут так старалась всю неделю. Плюс один. Ну, что я вам хочу сказать? Я 3 дня последних вообще не выходила из дома. Очень сильно похолодало. У меня побаливает вот эта вот точка, вот прям вот здесь, вот там вот ухо, прям вот челюсть. Я уже начала зарядку на челюсти делать, разминать их. Видно, стало меньше есть, челюсти застоялись. Вот бывает же такое, да? И, короче, я вам хочу сказать, что я ела по конфетке в день, в обед, ну, в полдник с чаем. Чего меня прорвало на эти конфеты, я их уже 100 лет не ела по возвращении. Все записывала, все за... Вот понимаете, как я вам говорю, надо все записывать. Я сегодня пересмотрю свои записи. Конечно же, что-то я изменю, но самое главное, девочки, я знаю причину. Я очень мало двигалась. Я не работала в саду, я не начала ходить. Надо начинать ходить не меньше часа. Может быть, не каждый день, хотя вчера я читала одну статью. Видите, я делать ничего не делаю, но чуть-чуть готовлю же. Короче, если вы ходите
меньше часа. Прошу прощения, я тогда немножечко буду в этот. Если вы ходите меньше часа, то это вообще никак не влияет на ваш организм. Ну, то есть вы ну, чуть ли вы не теряете просто так время. То есть оно как? Оно хорошо для мышц, там ты там выходите, да, что мышцы же не это работают. А именно для похудения нужно не меньше часа, потому что начинается разложение жиров после 40-45 минут нагрузки на организм. То есть вы начинаете идти, спокойно, потом вы ускоряетесь. Идете достаточно быстро, и вот на 40-45 минутке у вас начинаются расщепляться ваши жиры. Вот я, допустим, этого не знала. Я много ходила, вот так минуту, ну, у меня вот круг здесь, да, вот есть такой, вокруг дома. Ну вот, представляете, пока это тут только начала подкрашиваться, позвонила моя девочка, подружка моя, и она хочет тоже пойти на это ателье. Она в курсе, что это такое. Вот я ее сегодня попытаюсь сейчас с собой привезти, подписать. Мне, может быть, если Наташа подпишется, мне, может быть, продлят абонемент бесплатно еще на один месяц. Это было бы неплохо, потому что я подписана на 4 месяца. Сами понимаете, что 4 месяца – это немного, но это не мало, но это и немного, потому что, видите, неделя прошла, у меня еще организм вообще не готов к переменам. А когда организм не готов к переменам, понимаете, он начинает возмущаться. И все не так, девочки, просто, понимаете. Вот эти вот все как бы похудения, почему я против диет? Потому что мы насилуем организм, мы исключаем какой-то... Опять закончилась у меня карта памяти, прерывается видео. Вот, поэтому, вы знаете, у меня и настроение какое-то не очень. Ну вот если сейчас Наташа подпишется вместе со мной... Вы знаете, будет веселее, потому что кроме того, что я буду ходить на это ателье, мы с ней еще будем созваниваться, будем еще там захлеб, рассказывать друг другу, с чего мы там начали вдруг худеть и все. Я высокая, на мне это не очень видно, Наташа поменьше, на ней видно побольше, что ей пора уже сбрасывать вес. Вот, поэтому, девочки, ну вот так вот, некогда мне сейчас сильно тут разглагольствовать, потому что Наташа сейчас подъедет туда. Тогда мне нужно тоже ехать, я же буду оставлять машину опять на стоянке. И поеду быстренько. Короче, я вам сегодня допишу это видео немножко попозже. Все, мои хорошие. Меня часто девочки спрашивают, что у меня за помада на губах. Вот такой вот у меня Dior, номер 411. Не знаю, это достаточно старая помада. Я не знаю уже, есть ли они сейчас вообще в продаже. Если хотите... Я вам сделаю 5-минутный обзор своих помад. Телефон не умею краситься, ничего ж не вижу. Они у меня абсолютно все нюдового цвета. Есть только одна такая, чуть-чуть красненькая. Но я не пользуюсь практически никогда, потому что я считаю, что красный цвет можно только либо уже в моем возрасте, если у меня будет вечернее платье какое-то одето. Либо что, ну вот, девочки, все видите, как я быстро подкрасилась, ничего особо не делала, слушайте, вообще хотела сегодня, так как-то настроения нет, не знаю, чего, я сегодня спала так себе, вот чуть-чуть бровки подмажу, ну вот видите, там чуть-чуть, вот и получился практически у меня дневной легонький макияж, самую малость, мне этого достаточно, вот, и... Как это, про эти там грамм, вот вам и лишний килограмм. Девочки, вот это вот реально, реально, вот просто прислушайтесь к этой фразе. Я ее прочитала когда-то очень давно, потому что когда я начала только заниматься этими всеми похудениями, я просто реально читала много людей, которые худеют, которые хотят похудеть. И вот там одна женщина на французском языке читала. Кто меня смотрит недавно, да, я читаю вообще свободнейшим образом. На французском говорю намного хуже, то есть у меня и большой акцент, и ошибки делаю, но читаю я вот как на своем родном языке, то есть вот я все абсолютно понимаю. Вот, поэтому я много читаю на французском. В практике разговорной у меня намного меньше, потому что, ну, больше всего я общаюсь со своим мужем.
данный момент на французском, а он у меня такой не очень болтливый, вы все знаете. Вот, все, мое солнце, вот, ну, вот так вот, все, я поехала. Короче, расскажу вам сегодня попозже, что же случилось. Оставайтесь со мной, не переключайтесь, ваша провансалочка. У меня есть ровно 5 минут, приехала немножко раньше, сейчас я вот отсюда, вот я паркую машину возле нашего большого супермаркета Жан-Казино, и потом еду на автобусе, на электроавтобусе в Экс-ан-Прованс. Таким образом мы защищаем нашу планету от лишних выхлопных газов. Браво, браво мэру Экс-ан-Прованса, все-таки 2 года работы, дали о себе знать, сейчас мы просто балдеем. Вот, и чего соединилось, вы знаете, с утра... Кроме того, что у меня плюс один, то есть настроение так себе, хотя, ну, что загоняться по этому поводу, да, надо перестроиться на новое питание, начать новый образ жизни, и все наладится. Я ж не впервые этим занимаюсь, именно по этой системе. А сегодня утром выскочила мне видео, есть одна девочка такая, она намного меня моложе, она, наверное, ровесница моей дочери, может быть, даже и чуть помоложе. Вот мы с ней в одно время открывали каналы, откуда я о ней знаю. Ну, вот у меня 10 тысяч подписчиков, у нее около 5 тысяч подписчиков за 2,5 года. Ну, результат, скажем так, очень-очень слабенький, да? Тем не менее, это все равно результат. Собрать те же 5 тысяч подписчиков, ничего нигде не проплачивая, не накручивая, это тоже, это работа. Видео она выпускала 3 раза в неделю. Вот сегодня у меня выскочило видео, которое было названо... Это мое последнее видео. Вот знаете... Очень многие блогеры этим как бы пользуются для того, чтобы подтянуть опять просмотры, чтобы типа там мое последнее видео, ну вот на эту тему, да, что греха таить, все этим грешат очень многие, во всяком случае, но здесь, мне кажется, девочка очень серьезно объявила о том, что она больше не будет делиться со своими зрителями своей личной жизнью, что ее на это подвигло. У нее муж был очень против в начале этого ютуба, она все-таки с ним там каким-то образом урегулировала эту проблему. Теперь вот она, прошел год, она решила, что не будет она больше ни с кем делиться своей жизнью и так далее. Вы знаете, это ее личный выбор, и ее личный выбор – это единственное правильное решение. И я почитала комментарии, вы знаете, многие с сожалением написали, что да, жалко-жалко, но все равно вот нашлись такие, которые написали: «Ой, ну просто у вас не получилось раскрутить канал». Одна там написала: «Ой, ну вы сейчас уходите, типа там, а потом все равно вернетесь, если бы вы хотели уходить, надо было вообще удалить канал». Ну я вот вообще-то против, что значит удалить канал. Вы представляете, сколько в этом канале вообще добра? Да, вообще у каждого блогера, кто позитивный, а эта девочка как раз-таки была из позитивных блогеров, сколько там всего интересного, послушайте, я цветами занималась, я свои розы показывала, я готовила, я снимала видео, я тратила на это время, я вам показывала там, допустим, море, мои путешествия, подружек, все праздники, это же тоже как бы библиотека, моя библиотека, мои мемуары, моя история жизни, которую я смогу пересмотреть, допустим, там через 10 лет, и тем более моя дочь, и мой внук, и может быть даже мои правнуки, даже если я уйду когда-то с этого канала, почему я должна его удалять? Только чтобы доказать зрителям что-то, что да, вот я закрываюсь, и все, и вот вам фиг, вам нет, девочки, так не делается. Я, например, уважаю выбор любого блогера, и сегодня прям я даже с мужем с утра поговорила, говорю: ты знаешь, вот я же уже давно хандрю, да, то есть вот у меня нет, даже я заметила мои видео, они больше не такие, как раньше. Раньше я на одной ножке, такая зажигалочка, утром выскочила, там сняла, каждую минуточку, нигде ничего не пропускаю, и это, а сейчас вот я ровно три дня, я не брала камеру в руки, я не вышла, погода была отвратительная, вот, но я не вышла в сад, я вам ничего не показала, никак капает тот дождь, никак там цветут кое-где мои там розы, даже уже есть пару розочек открылись, то-то. Не знаю, нет настроения больше. Мне кажется, что у меня настолько маленькое пространство вокруг моего дома, что я вам показываю все время одно и то же. Поэтому я ищу новые тенденции, чтобы продолжать вести канал. Вот такой вот может быть разговорный жанр, то есть только рассказывать о том, что я ощущаю, живя во Франции, о том, что я вижу, можно было бы попробовать, но мне кажется, меня это тоже не устроит, потому что мне не будет хватать тогда общения с вами.
влоговая тема, то есть вот такое там, я встал, я там сделал кашку, я там вышел, привет, цветочки, привет, розочки, собака моя любимая. Немножечко я этим присытилась сама по себе. Вот, и даже я не знаю, нет, не подумайте ничего, я не собираюсь в данный момент закрывать свой канал ни в коем случае. Наоборот, у меня открыт второй канал, где я с вами буду делиться еще и тем, как я худею, как я хорошею или не хорошею, поправляюсь, буду говорить всю правду. Набрала килограмм, сделала видео на плюс 1 килограмм. Ушло 500 граммов, сделала видео минус 500 граммов и буду делиться, почему, вот как я думаю, почему у меня уходят эти. Хотя вот вы знаете, килограмм набран, а вот все-таки вот я вижу, у меня скулы немножечко, мне кажется, приспали. Я вчера обмерилась вся. Вот это видео будет выходить на моем обычном канале, такое это влоговое, бла-бла-бла, потому что я еще в Иксе сегодня буду, что-то сниму. А уже на том канале все-таки больше я буду говорить четко о результатах, что ела, что пила, почему так получилось. А сегодня я хотела сказать, что я не буду называть имя этой девочки, этого блогера, но хочу сказать, что я с большим уважением всегда относилась к ней, насколько она освещала и показывала свою сторону жизни. Очень просто, но, вы знаете, вот такая вот домашняя милота, я, конечно, смотрела очень редко ее видео, потому что у нас очень большая разница в возрасте. Но, тем не менее, я с горечью подтверждаю, что, вот как сказать, не то, что уходят лучшие, а уходят те люди, которые не смогли как себя сопоставить вот с этим миром Ютуба, которые понимают, что все-таки YouTube это все-таки где-то зло какое-то. Он забирает много нашей жизни, то есть мы себя много посвящаем YouTube, а значит и вам, зрителям. Ну и, конечно же, у меня подписчики, это сплошная благодать, я вам всем безмерно благодарна, потому что у нас очень хорошие настроились отношения, то есть мы уважаем друг друга, но проскакивает там где-то неприятные комментарии, да бог с ними, понимаете, всем же не угодишь. Как я говорю, одна женщина написала в платке сообщества, когда мы с мужем ездили на море, сказала, боже мой, эта Аллочка, какая она страшная, бедный лягушатник, там что-то такое. Ну вы, девочки, ну вы представляете, какую нужно иметь грязную печень в своем организме, чтобы такое написать. Ну мы там, у нас там глаза горят, мы веселые, понимаете, море, солнце, я с вами этим делюсь. Она пишет, какая я страшнючая. Ну что, скажу я вам, с лица воду не пить. И да, и мой лягушатник, наверное, несчастный со мной, но это вас вообще не касается. Если вы так думаете, значит, ну вы ущербны просто в своем каком-то мышлении, вы не видите той красоты, с которой я хотела с вами поделиться. Поэтому вот как бы себя там... Я вот такой комментарий меня даже не расстроил, потому что, ну, это чисто от злости, вот понимаете, вот людей нервирует, что вот я могу поехать на это море, вот раз мы выехали 30 километров. Но, друзья мои, отдайте мне должное, что я еще нахожу время, желание и возможность снимать это все, заниматься монтированием видео, искать музыку какую-то и вам это показывать. Поэтому... Ну, всем не угодишь. И да, я никогда не бахвалилась своей красотой. Я только показываю, как я ухаживаю за собой, что я с собой делаю, чтобы немножечко поддержать себя в форме. Сейчас у меня упор идет на снижение веса. Но мне это будет даваться очень сложно, я думаю. Потому что чем и старше, тем это все сложнее. Поэтому, ну, вот такое бла-бла-бла, это чисто под... Все, а теперь я одеваю свое пальто. У нас достаточно, несмотря на солнечную погоду, у нас достаточно прохладно, и я боюсь опять простыть. Поэтому я сегодня одела свое зимнее пальто, да, и я поехала в Экс. Если у меня будет возможность, я вам еще немножечко что-то покажу. Хотя мне сегодня нужно магазин Анатера. Я даже не помню, что мне нужно там купить, но, по-моему, эфирное масло, либо мандарины, либо апельсина. Сейчас посмотрю, и еще что-то у меня записано, я все записываю в свои записные электронные книжечки в телефоне, и мне еще сегодня нужно сходить к моему оператору, потому что до 29 числа мне зарезервирован подарок на мой день рождения, такой небольшой банк энергии, там, по-моему, 2000 всего этих, как там, миллиампер или чего, но, во всяком случае, поддержать зарядку вот так вот, телефона вдруг разрядилась вот так посреди улицы, это всегда хорошо. Стоит он, по-моему,
около 13 евро, но вы знаете, мелочи приятно. Поэтому, друзья мои, я поехала. Если будет сегодня что-то возможность вам показать, я покажу. А нет, я же каждую пятницу возвращаюсь в Экс-ан-Прованс. Поэтому будет следующая пятница, будет следующее что-то новенькое. Все. Ваша провансалочка с вами поговорила, настроение поднялось. Всем пока. Люблю вас, мои подписчики. Не покидайте меня, оставайтесь со мной. Вы моя поддержка и опора. Только ради вас я еще на Ютубе. Приятного всем дня. Ну вот, посмотрите, наш прекрасный Экс-ан-Прованс. Вот это наш электрический автобус, вот эти черные, которые экологические. И вот он, прекрасный фонтан, просто замечательный, просто красавец. Это вот тоже вот этот автобус, на котором я приехала. Ой, небо сегодня красивое. Все, я ни в какие магазины заходить не буду, я сейчас просто уже пойду в свое ателье. Самый-самый центр Экс-ан-Прованса, Кур-Мирабо. И надеюсь, что моя подружка сейчас тоже подтянется. Смотрите, сколько людей стоит, ждет перехода. Экс-ан-Прованс, он великолепен. И здесь всегда-всегда есть люди. Красота, правда же? Ой, давайте вот с этой стороны, пока здесь чисто, никого нет. Какой красивый фонтан, посмотрите. Ля Ротонда называется. Это вот самый-самый центр Экс-ан-Прованса. Он прекрасен. Здесь вот у нас всегда вот будут петь эти бродячие артисты, как если вы хотите, их можно так назвать. Ой, ну какая хорошая погода. А это вы знаете, что это, наверное, привезли автобус. Это, может быть, люди из дома престарелых, либо какая-то ассоциация. И вот их привезли на экскурсию. Представляете, сколько? Хочу сказать, что вот эти вот французские дома престарелых, кстати, очень хорошая тема для прямого эфира. И вообще можно записать. У меня есть немножко информации, я могу с вами поделиться. Как все-таки здесь престарелым людям, которых либо дети не хотят досматривать, либо нет возможности жить самостоятельно. Все-таки государство очень хорошо помогает им, точно так же, как и относится во Франции к людям с ограниченными возможностями передвижения, слуха и так далее. Так, вот мне... Ой, excuse me. Здесь вот, знаете, есть эта аптека. Я сейчас туда зайду, у меня все-таки минуточка есть. Послушайте, зашла я вот в эту аптеку и значит, покупила себе карандаш для губ. Здесь какая-то марка французская, и стиль называется. Недорого, 4,95 карандашик. Обычно такие карандаши стоят 7, 8, 10 евро. И плачу и говорю, пожалуйста, дайте мне талончик, чек, потому что я, возможно, после обеда зайду сюда с своей подружкой, но чтобы не получилось так, что я украла этот карандаш, вы понимаете? Она мне говорит, а вы с какого региона? Я вот у вас акцент. Я говорю, да я на русском говорю, я белорусская. Ой, я тоже говорю на русском. Она переключается. Она, по-моему, у нее отец француз. Она здесь во Франции живет. И они, по-моему, мама армянка, не знаю как. Девочка прекрасно говорит на русском, конечно же, с акцентом. Такая, она моложе меня намного, но такая приветливая, послушайте. Вот, поэтому, представляете, здесь вот тоже аптека какая-то, а там аптечище, там такая огромная аптека, и очень-очень много уходовых средств, поэтому я туда буду заходить потихоньку, изучать эту аптеку, и там очень много биологических добавок, именно вот этих всех, для здоровья, для костей и так далее. И я сейчас встретила в автобусе русскоговорящую женщину, она села рядышком со мной. И мне показалось, что она на русском заговорила. И перед самым выходом она думала, что я буду выходить. Я говорю, нет, я еще не выхожу. Я говорю, вы же на русском говорите? Она говорит, да.
И мы обменялись телефонами. Ее зовут Ирина. Ей 57 лет. Она всего полтора года во Франции. Возможно, у меня появится еще одна знакомая. Представляете, сегодня какой у меня богатый день для знакомства. Ну вот пока я буду ждать Наташу, пока она подъедет, я немножечко, вы можете посмотреть, как одеты люди в Экс-ан-Провансе. Сегодня такой достаточно холодный ветер. И очень хорошо, что я не постеснялась одеть свое зимнее пальто. Потому что когда у нас мистраль, несмотря на вот это красивое солнце и вот это небо, достаточно холодно. Ой, сейчас время обеда. Все, видите, вот так вот у нас почтальон еще тут работает. Прекрасно, прекрасно. Разношерстная публика, конечно, я не могу говорить вам, что это Иксуа. Здесь очень много туристов. Очень много туристов. В любое время года. Сегодня достаточно мало людей. Может быть, потому что, заканчиваются каникулы. В понедельник детям уже в школу. Но мне кажется, когда мы выйдем с этого ателье, все места будут заняты. Если они не будут заняты, мы с Наташей попробуем присесть здесь вот где-нибудь в кафешечке, выпить по чашечке кофе. Сегодня я гофры есть не буду. Я ухожу полностью эту неделю, ухожу от сладкого, то есть вообще минимализм полный. Все, что касается сахаров, может быть, буду исключать мед, потому что тот мед, который я привезла из Санкт-Петербурга, который мне выслали, выслала моя подписчица Женечка, спасибо ей, алтайский мед. Я его по чайной ложке вечером съедаю, и мне кажется, что мед это же хорошо, правда же? Ну вот сегодня спрашиваю у своей этой куратрисы, что такое для нашей системы питания мед, как к нему нужно относиться, и сколько все-таки можно его съедать без того, чтобы навредить организму, хотя в меде же хорошие сахара. Те сахара, которые нужны организму. Так, ну вот где-то здесь моя Наташка должна прийти сейчас. Ну вот пока я жду Наташу, посмотрите, давайте посмотрим, вон еще фонтанчик наш. Людей полно, солнышко светит, погода распрекрасная. Здесь, посмотрите, вот цветочный такой бутичок. И смотрите, что продают. Продают мимозы. 3,90 стоит букетик, 5,90. А здесь нарцисс. А это нарциссы 5,90, 4,90. Какая красота, да? Розочки. Ну вот недорогие такие букетики. Вот так вот. 8,90. 4. Ой, а посмотрите, какая красота. Вот это вот вообще обалденная. Ой, красотища. Синие, фиолетовые цветы. Конечно, вообще обалдеть можно. Так, где тут моя Наташка, чтобы она не проскочила? Так, а здесь вот видите, у нас продают прессу, открыточки, вот это линия ресторанов. Наташка, вон она, скажи привет. Привет. Вот она наша красота. Вот и вот эта собака вечно лежащая.